Если говорить о таких фильмах вообще, то говорить только правду. Фильм ужасен, смотреть невозможно. Вероятно, режиссер рассчитывал на фестивальный успех. Приглушенный цветофильтр, претенциозные диалоги между персонажами и откровенные эротические сцены. До такой степени откровенные, что, в общем, вызывает отвращение. Актеры не прекрасны, и нужно обладать недюжей выдержкой, чтобы смотреть на них в течение полутора часов. Не могу в очередной раз не прокомментировать перевод названия фильма. В нашем переводе он называется «Дубликаты». В оригинальном названии называется «In their skin», что дословно значит «в их шкуре, на их месте». И персонажи все время говорят в течение фильма: «Мы хотим быть на вашем месте, мы хотим пожить вашей жизнью, мы хотим, как вы». Поэтому все-таки название «Дубликаты» — это слишком далекий синоним. Для фестивального зрителя сюжет очень предсказуем. Он, она и их 8-летний сын держатся за руки, проникновенно смотрят друг другу в глаза, заезжают в какой-то одинокий пустой дом, и вот к ним приходит в гости семья, тоже он, она и их 8-летний сын. Они заходят, садятся за стол, и зритель понимает, что это очень фестивальное кино. И один из них маньяк. Конфликта в принципе нет. Просто один из героев маньяк, а остальные идиоты. И вот они занимаются этим бесконечным извращением. Заявленный жанр – триллер-хоррор. Нет, это не триллер и не хоррор. Это сплошная головная боль. И я бесконечно благодарна фестивалям всего мира за то, что они не оценили этот фильм, потому что он действительно ничего не стоит.